Как мы знаем, если погладить кота, то он зарядится статическим электричеством и будет бить током. Но если попробовать ударить током другого кота, то ничего не выйдет. Почему это происходит? Это уже вопрос к физике. Но если поглотить одного кота, того же кота, после этого то он что-то не как-то не особо током бьется. Видимо, недостаточно сухая шерсть.